Сегодня мы с Максимом Максимовичем парусить чуток пройтись по чистой. А то алкаши в деревне какие-то агрессивные накопатели. И сегодняшняя первая находка в чистом поле. Колечко из монетки кто-то делал, но не доделал. Потерял по дороге к любимой. Вот такая вот трагическая история. Усатый где-то там роет. Я иду потихонечку, и у меня находочки. И очередная завитушка от косички средневековая. Вопрос, что она делает посреди поля? Когда-то, конечно, это поле было не поле. Вот. Но интересно. Усатик, смотрю, развернулся. Смотрит, что я топчусь на одном месте. Идиот. Но у меня вот еще какая-то средневековая украшалка. Видно, что какой-то цветочек. И пока что я вот буквально вот на пятачке вот так вот трусь. Всякий металл собираю интересный. Посмотрим, может еще что-нибудь интересненькое будет. Максим Максимович говорит, вставка под замок. Я вижу, что вставка под замок, но держателей. Сам ты дерево. На часик после работы копалка. Максим Максимович выкопал колесо литое от Мазды шестерки. У меня ложка. Оставим будущим копателям. Максим Максимович где-то вот в этой чаще роет. Пока он там роет, у меня 20 копеек. То ли 45-й, то ли 46-й год. Вот такая вот прелесть зелененькая. Вот такая вот дичь тут. Ужасная. Ну, это уже современная штука. Пуля дура. Максим Максимович что-то там выкапывает. У Максима Максимовича усищи опустились, потому что я нашел копеечку царскую. 1800 какой-то там лохматый год. Вот в этой тьме египетской, детка. А, малышка, моя прелесть. Да. 1949 год. Как всегда, в хорошем виде. Золото партии. Люблю советские монетки. Да. Вот это ништячок. Звезда. Звезда. Красавица. Отреставрирую. И следующий год, 48-й. Фу, кыш. 3 копейки 48-го года. Как всегда, идеальный лесной сахаран. Ох, малышка, красавица. 10 копеек, 1939 год. 15 копеек серебром, 1927 год. Вот она, малышка. Хорошенькая. Лесной сохран. Максим Максимыч, копай. Крестик. Тоненький. И кривой. Чё там? Не знаю, на бухарку похоже. Небольшая пока пулька. Вечерняя, сегодня очень плохая погода. И первая находка. 2 копейки 1940 года. Очень хорошенькая. И вот вторая находочка. 1 копейка серебром 1841 год. Очень хорошее состояние.
очень симпатичная монета. Вот полушечка попалась, 1735 год. Вот, среди, естественно, мусора, который мой друг Максим Максимович Усатый очень не любит. Особенно он не любит общение с местными жителями, которые уже успели поинтересоваться, что я здесь ищу. И не порчу ли я вот эту вот всю траву. Вот так. Вообще непонятно кто. Картинку не удалось получить. Непонятный блинчик. Вот такой на Руси вечер. Иду уже к машине. Бабац! Кольцо! Материал пока неизвестный. Но даже не знаю, что предположить. Похоже на серебро с виду. Почистим, там будет ясно. Моя прелесть. А, колечко. Хорошенькое. Отлично. Так. Еще попался Николай. И советские 3 копейки. Ну, Колю я попытался отмыть. Никак. Ну, это он. Он родимый. Гнутенький. Но ничего, я из тебя сделаю монетку красивую. Я продолжаю идти к машине. На Руси вот уже вечереет. Ну, думаю, не может быть такого. И бабац, 2 копейки. 1800 какой-то там, не вижу год. Но состояние просто идеальное. Вот весь профиль виден. Хорошенькое. А ведь я здесь проходил.